Приветствую всех, меня зовут Достон. Этот урок посвящен вопросам и отрицаниям в Present Simple. Он будет очень легким в усвоении для тех, кто смотрел предыдущие видео. Если нет, то зайдите на сайт Puzzle English и пройдите уроки простого настоящего и глагола do в разделе видео, и потом приступайте к этому. Итак, для образования вопросительных и отрицательных предложений в Present Simple вам понадобится известный нам вспомогательный глагол do или does. С местоимениями I, you, we и they мы используем do. А с he, she, it, конечно же, does. I like cats. Это утвердительное предложение в present simple. А в отрицательном мы скажем I do not like cats. Или сокращенно I don't like cats. Краткая форма do not – это don't. We're not gonna feel guilty about it. We work really hard for it. And we don't work hard? Давайте теперь поговорим о вопросительных предложениях в present simple. Вопрос строится очень даже просто. Сначала глагол do ставится в начало предложения. Или любое другое вопросительное слово. Например, what, who, where, how. Вот порядок слов в вопросе. В самом начале вопросительное слово, если оно есть, конечно, это what, пусть будет. Потом у нас идет вспомогательный глагол do или does. Дальше у нас подлежащее. Возьмем, к примеру, you. И смысловой глагол mean. Знак вопроса. И у нас получается выражение What do you mean? Что ты имеешь в виду? Oh, we are both so stupid. What do you mean? Или возьмем другой пример. Например, в утверждении мы скажем They love money. И зададим вопрос Do they love money? Они любят деньги. What do they love? Что они любят? А если мы задаем вопрос подлежащему, вспомогательный глагол не нужен. Who loves money? Кто любит денежки? Вопрос подлежащему. Если вам задали вопрос, например, «Do you believe in life after love?», мы можем ответить кратко, если вы согласны «Yes, I do», или же отрицательно «No, I don't». Do you remember? Yes, I do. Of course you do. Старайтесь использовать это правило. Не стоит говорить просто «Yes» или «No», когда вы кратко хотите ответить на вопрос, а то покажетесь слегка невежливым с вашим собеседником. Dr. Cooper, Dr. Winkle apologizes. No, she doesn't. На этом урок подходит к концу, а чтобы попрактиковать сегодняшнюю тему, заходите на сайт Puzzle English. Ссылка в описании к этому видео. Там появилась новая игра. Смотрите короткие видеоролики и пишите текст. Это реально прокачает ваши навыки аудирования и грамматики. До скорых встреч. See ya!